Всем добрый день. Время обеда. Торговая марка «Главсуп» на первое. Солянка по-домашнему, без ГМО. 5-7 минут. Готовое блюдо. Только разогреть. Стоило 99 рублей. Купил в магните. Меня интересует, есть ли маслины и лимон. Открываем коробочку. Нам обещают натуральные ингредиенты внутри. Убираем фольгу и смотрим. Не знаю, что там внутри. По цветовым ощущением действительно солянка и пахнет соответствующим образом. Разогреваю. Готово. Перелил я из фабричной емкости небольшого пластикового стакана в небольшую тарелку. Как раз практически с краями влезло. Лимон всплывет, предполагаю, позднее. Маслины присутствуют, картошка, колбаса. Вроде все, что обещали. Да, вкус имеется солянки. Домашний, действительно. Неплохо. Свойственная солянке кислинка. А где лимон? Уточняю. Ну, не суть важно. Покупать можно. Продолжаю, но уже без вас. А на вторую у нас... А, кстати, в солянке я лимон почувствовал, когда ее употреблял в пищу. Второе. Торговая марка «Рестория». Ресторанная история. Гречка с котлетой из курицы «Массанета». Замороженный продукт, 300 грамм, разогреть 5-7 минут в микроволновке, не содержит ГМО. Котлета куриная с гречкой, изделие кулинарное, быстро замороженное. Второе обеденное блюдо из мяса птицы. Открываем, смотрим. Стандартный комплект. Ну, в каком плане стандартный? То, что обещали, гречка и котлета. По всей вероятности, из курицы. Помидоров и огурцов добавил, нарезал, потому что, чтобы для улучшения пищеварения. В принципе, да не в принципе, готово. Почему в принципе? Переложил я разогретое второе на тарелочку, чтобы все было по фэншую. Пробуем котлету из мяса курицы. Вкус мне понравился, мягкая. Типичный котлетный вкус. Как в столовых. Покупать можно. Пробовать также. На связи.